Девяток яиц взорвал интернет. Кто-то шутит, что это подрывает стабильность общества, кто-то считает, что 9 яиц в контейнере по той же цене, что и 10 – скрытое подорожание продукта. На полках алтайских магазинов пока не были замечены яйца в новой цифре, но новость о том, что в других городах России их уже продают, шокирует и даже возмущает алтайских покупателей. Если бы оно подешевело, тогда бы мы порадовались. А так чему радоваться-то? Чему радоваться-то? Яйцо – такая цена. В принципе, основной продукт тоже, наряду с хлебом, с молоком. Мы провели опрос среди сотни человек, спросив, считают ли наши зрители 9 яиц маркетинговым ходом. 62% согласны с этим. С одной стороны, конечно, это реклама, это интересно, люди об этом заговорили, на это стали обращать внимание. Многим интересно, какой конкретно производитель перешел на 9 яиц с десятка. С другой стороны, широко используемый ход, и отличие лишь в том, что 9 яиц, в отличие от 10, сразу привлекают внимание, в отличие, например, от 0,9 литров молока по сравнению с литром. Экономисты уже успели назвать девяток яиц ухищрением производителей, которые не хотят прямо повышать цены, но вместо этого уменьшают количество товара в стандартной порции. Так можно купить шоколад по акции, но 82 грамма вместо 90, или сметану 315 граммов вместо 350 и так далее. Что касается алтайских производителей, они пока не перешли на девяток яиц. Возможно, это только вопрос времени. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, «Наши новости».